Задержанный сам когда-то работал в отделении связи, а после увольнения у него созрел план по обогащению. Полностью изучил здание, как и где можно проникнуть, чтобы обойти сигнализацию видеокамеры. Долго готовился, приготовление увел, после чего взял инструмент и начал потихонечку выпиливать в полу дырку, чтобы проникнуть в хранилище и завладеть денежными средствами. Подготовка к краже была довольно кропотливой и трудоемкой. Так как здание старое, все перекрытия были полудеревянные с глиной. Высверлил в полу дырки, просверлил лобзиком, после чего приготовление осталось только ткнуть эту дырку ногой, чтобы проникнуть в хранилище. Арендовав один из коттеджей, злоумышленник начал тратить деньги. Мужчина купил автомобиль, ноутбук и велосипед. В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Проводится расследование. Денис Желтов, Вести, дежурная часть, Саратов.